Ну что, дорогие зрители, с вами, как всегда, Бог, и сегодня я раздаю свой персональный промокодик на сайте CSGURAN на целых 600 активаций, и это неплохая сумма, и чтобы вам поучаствовать в этом конкурсе, то, конечно же, нужно написать 1253 комментария. Огромная цифра, также огромный промокодик. И, как всегда, результаты будут в моей группе ВКонтакте, но это касается денежного бонуса, а промокодик я солью в комментарии. Желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем! Погнали! Так, пацаны, еще раз всех приветствую. Я на канале, мы попадаем на CSGURAN, и сегодня с нами Леха Симптом. Привет. Здорово. В последнее время я один редко записываю, пацаны. Ну, пацаны мне помогают выигрывать. Смотри, у меня есть рефералочка, по которой зарегано 743 охерительных челика. Что она дает? Процент пополнения, плюс карми, все-таки по ревке бога играешь. Ну и, конечно же, респект от меня, пацаны. Ну реально, огромное спасибо всем тем, кто переходит. Если ты новенький на этом сайте или хочешь создать новый аккаунт, переходи по ссылке. Тебе несложно, мне приятно. Я пишу, как ты помнишь, здесь самая отзывчивая аудитория. Это лучший проект по крашам, как мне кажется. Ну и я хочу поздороваться. Сейчас просто, чтобы ты понимал, 2 часа ночи, вторник. Не 2 часа ночи, а 12 ночи. И вот смотри, какой чат просто. Тут 3000 онлайна, понимаешь, в 12 ночи. Вот я убежден, что пацаны здесь настолько активны, что хрен знает. Да. Здоровая, пупсик мой. Понял. Ну, короче, ты понял, да, какой актив здесь? Это просто жесть. Окей, напишу так. Вы лучшие. И... коэффициент сегодня выбирать не будем, пацаны. Вот чисто поздоровались с чатом. Огромный респект CSGURAN, что мне дали ютуберку. Каждый раз это говорю, чтобы не сняли. Ладно, шучу. Короче. Ну чё, $570, бро. Нам нужно разгадать систему сайта и попытаться забрать как можно больше бабок. Сейчас крашнет, мне кажется. Давай на 1.2 потом. Давай 2.1.2. Короче. $570 достаточно неподъемная сумма, и, конечно же, бы в идеале сегодня сделать 1000, но ты сам понимаешь, что это немножко анрилово звучит, прям так конкретненько. Что ты думаешь по этому поводу? Как мы сегодня поступим? Также здесь есть режим Run Flip, на котором я тоже могу поиграть, ну, чисто, знаешь, на пару центов. Но он мне не заходит. Мне кажется, Run могли бы что-нибудь поинтереснее сделать в плане Run Flip. Насчет краша вообще бесподобно, классно, дизайн, все супер. Но, честно говоря... Ой, кстати, выиграл... Ранфлип мне не заходит. Как вот ты что думаешь? Ты про краш, кстати, что-то говорил. Нифига себе, неожиданно. Ну, 4 краша, в смысле, неожиданно. 5 крашей подряд. И, бро, это 10 спокойных. Хотя не дойдет, я думаю. Или дойдет. Дошло. Ни хрена, просто понимаешь, тут можно с ключа сделать нож. И это безумно круто. Это действительно безумно круто. Переходите, ребят, по моей ссылочке. Специальная ссылка, да, сам промокодик, и даже если вы. Уже зареганная, у меня есть ссылочка секретная. Короче, что мы делаем? Давай, не знаю, попробуем так же. Ты тактику вынашивай, чтобы я хоть понимал, что мы сегодня делаем. Ой, ну, пятерку пытаюсь. Ты сказал, я что-то 1.5. Не, ну 1.5 тоже пойдет. Ну почти. Ну, кстати, главное, что доходит. Бывают такие моменты, когда вообще не доходит, и мы уже плюс $20 плюсанули. Это хорошо. Я вообще здесь говорю, с ключа до ножа доходил, это прикольно. Бесплатный розыгрыш тут идет, смотри как. Я не робот. О. Добавьте. Ай, блин, надо ник добавлять. Ну, блин, ладно. Чё ставим? Ставь, чё, по мелочи ставь, покажется. Давай, окей, двоечку. Ну, я, видишь, я большие коэффициенты особо не трогаю. Мне кажется, сейчас более маленькие будут играть. Ну, вообще, твои ставки, дойдем ли до двойки? Ну, я думаю, да. Нет. Чё мы делаем? Вот давай, прямо сейчас, после фейла, надо как-то камбэкаться. Троечка? Двоечка. Ну ладно, давай попробуем двоечку. Ты быстрее думай, задолбал, что молчишь. Что ролик же. Да я фанеру. Вот. Ну а что я тебе сделал? Ну все, ставлю, сейчас ставлю. Ну давай, ставлю. Я думаю, можно до 200, типа. Не, ну на самом деле, пацаны, если без шуток, то этот сайт нам задолжал сейчас. У нас что-то уже просядки по балансу прошли. Замечаешь такую тенденцию? Ну, сейчас будет. Не, ну можно по небольшим ставочкам вот так вот двигаться, я считаю. Ну, вот как-то вот так вот, не? Блин. Короче, блин, наш... Я хочу 10 поймать. 10 нормальный икс. Ну, блин, 250 баксов. Ты что, с ума сошел? Нормально, чум. Мы сколько просрем, понимаешь? Пока поднимем. Мы сейчас... $25 это сколько? Это примерно около 3 косарей. То есть мы 3к составим на 10 икс.
Да, что-то жестко мы. Короче, ну, по крайней мере, смотри, у нас есть вот такой баланс, и можно играть по большим ставкам, понимаешь, в середине ролика. Можно сейчас вывести. Давай. Давай, побыстрее бы сказал. Перчатки ставим. Ух ты, жестко. Ну, камбэк нужен, согласись. Плюс, я не знаю, я не хочу просирать бабки, я надеюсь, что 1.5 сыграет. Точнее, небольшой коэффициент. Но из-за того, что мы поставили большой скин, мне кажется, сайт крашнет нас нахрен. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Фух. Ну, мы подняли, кстати, хотя, мы в плюсе, слава богу. Ну, страшно такие деньги ставить все равно, согласись. Что такое, блин. Блин, сколько? Надо 5x, наверное, ловить. Такие хорошие краши сейчас были, точнее. Сейчас может вообще, блин, слететь. Как-то, не знаю. Да вот я вот такие скины, да, я не буду ставить ножички. Но главное, чтобы вот такой баланс засейвился. А вот эти скины нам, вот понимаешь, 5x это сколько? Это сразу плюс 100 баксов. Это изи вообще просто. Но мне кажется, да, сейчас максимум 2-3 будет, а вот пятерочку... Да это непредсказуемая тема, чувак. Ну реально рандом, который вообще никак не просчитать, и нет каких-то теорий вероятности. Ну, мое мнение. Смотри, вот это уже больше тройки, 100%. Да может, все-таки это уже 80 баксов, уже 90, уже 100 почти. Ну давай проверим нашу теорию. Ну смотри, это изи 5. Понимаешь? Ну главное, что... Ну мы нож сделали, да. Давай еще раз. Мне понравилась викторина. Ну, условно, мы сейчас в нуле находимся, плюс ролик уже идет 7 минут. По идее, мы можем сделать парочку ставок и закончить, но можем чуть-чуть подрисковать тоже. Такая есть идейка. Что вы думаете, Алексей? Что, давай... До скольки ты хочешь? До пятерки опять? Да. Смотри, это изи двойка. До тройки хотя бы. Могу сейчас забрать. Надо было. Давай нож до двойки. А вдруг? Или до 1.8, может. Ну, окей. Я не знаю, но рискованная тема все это, конечно. Вот я бы такой нож поставил. Ага. Но это краш. Это 100% краш. Блин, так доллары быстро. Ну, да, скам. Ладно, шучу. Это 20x 100%. Все, четверку ставь. 20. Смотри, $440. Можем на этом закончить, как бы, наш ролик и не париться. Ну, типа, он идет на... Ну, от чё? Этой ставки оттолкнемся, не знаю, посмотрим. Кстати, да, на 20x поставим. Блин, смотри, видишь, все выводят, чистоту ведешь до последнего. И чё ты думаешь? Все? О. Блин, что твой. Ставим. Ну, чё, один. Ножичек, до двойки, да и все. Давай 1.5. Давай 1.5, давай. Ну это, пацаны, если мы сейчас не выиграем, оставляем вот этот нож, это минус 30-ка. Рискнул почти всем. Но не будет 1.5 никогда. Такой же нож, здорово. Ага, ну, типа, можно на этом закончить, знаешь? Типа, особо не париться. Пока и... просрали, то... Оставить просто следующий ролик для другого челленджа, да, допустим? У меня есть планы на ключи это все разделить, вот этот нож, и сделать челлендж до ножа. Ну... Все, пацаны, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, и пока-пока.